кстати, очень удобный вариант. Лавочка, и сразу идут столики. Столики можно побольше сделать. Агроснабстроймаркет с 28 августа по 12 сентября идет 15% скидка на водоснабжение, канализацию, отопление. Угу. Чугуняка. Чугуняка. А это что такое вот это? Это отдельно? 13 тысяч вертикальный разборный. Плюс столики, стулья. Ну, просто приехали посмотреть, может что-то для себя подобрать. В принципе, вот классно тоже на дачу иметь. Вот столик такой, стулья. Стулья тоже очень удобные вот эти. Ну что, тот ручной, тот тоже очень хороший, который мы купили. Этот идет уже под деревья, которые побольше. Вот эти очень нравятся кресла. Ай. Вот кому надо прудик садовый, декоративный, пластиковый на 300. На 300 литров 3,30. А есть на 280 литров 2,250. Здесь вот такая сетка тоже есть. Сетка пластик 55 на 55, короче, 1,5 на 20 метров, 153 рубля. Слушай, 1,5 метра на 20, это 1,5 метра так, и 20 метров в ширину, 153, так это, в принципе, нормально. Это вот... Метр. А, куб, а, это куб за метр. Щетки, мне надо работать щеточку, сейчас как раз выберу. Вот, возьми, Сереж. Да вот, господи, любую. Так, что здесь? Здесь нам ничего не надо. Пойдем дальше. С палками есть. Какая длина палки? А, давай посмотрим. Вот так снимем. Мне надо 1,30 м. В принципе, удобно, но маленько. Значит, примерно где-то метр. Я уже знаю, на работу покупаю. Галоши. О, галоши теплые. Ой, какие легонькие. 290 рублей. Вот у меня наподобие таких же я сейчас, да, хожу. Я в лес хожу. На дачу, на будущую ездила. Все вот в таких же, только они у меня чуть-чуть повыше. Удобно, они легкие, считая НИП. Ножки будут сухие в них. Ой, так красиво все. Да, нам нужна штучка кое-какая. Нет, это маленький размер. Да нам надо обычную, вот такую, только без крышки. Вот. Давай посмотрим вот размеры. Ширина должна быть 18, а длина 28. Там написано. Не подходит, нам нужна длину 25. Нужна длина 25. Здесь же также есть электрический триммер 3880, все электрические по 6330, диски по разной цене, и по 36, и по 20 разные. Бетономешалки. А вот еще есть.
Вот по 1090 есть вот такие стульчики, но они очень удобные, потому что внизу вот есть еще ящичек такой вот небольшой на замочке.